Мишка Шифман башковит. У него предвидение. Что мы видим, говорит, вот, кроме телевидения? Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль, а кого не попадя, пускают в Израиль. Я сперва-то был не пьян, возразил два раза я. Говорю, Машет Рамон, стерва одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон. Ну, а где агрессия? Вот там мне не резон. Но Мишка сразу впал в экстаз после литру выпитой. Говорит, они ж нас гадами выгнали с Египта. Я оскорбления простить не могу такого. Я позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, говорит, мне нужна компания. Мы ж с тобой не как-нибудь там, здрасте, до свидания. Мы побредем, баловники, чувства придави в коль. Ну хрен ли нам, мневники, едем в Каляй. Я сказал, я вот он здесь. Ты ж меня спас в борту. Только вот загвоздка есть, русский я по паспорту. Только русский в роду, прадед мой Самарин. Если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишку Шифмана не трожь, с Мишкой прочь сомнения. У его евреи сплошь в каждом поколении. Вон дед параличом разбит, бывший врач-вредитель. А у меня же антисемит на антисемите. Мишка мой кричит чертям, виза или ванная. Коля, едем, море там, Израиль ванная. И видя Мишкину тоску, а он в тоске опасный, я еще хлебнул кваску и сказал, согласный. Хвост огромный в кабинет, человек, пожалуй, 100. Мишке там сказали нет, ну а мне, пожалуй, 100. Он кричит, ошибка тут, это я еврей. А ему не шибко тут, выйдет он из дверей. Мишку мучает вопрос, кто здесь враг таинственный. А ответ ужасно прост, и ответ единственный. Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу, Мишка пьет проклятую. Говорит, что за графу не пустили пятую.